Одно наслаждение на нее смотреть. Юки Тиканин из Финляндии продолжит соревнования. Напомню, что по 20-м номерам выйдет Дина Аверина. Арина выступала в предыдущей группе. А Юки стартовый номер 18. Потери еще и прошлась по ленте Юки Тиканин. Это упражнение очень красивое, и в плане эмоций здесь все в порядке у финки. Отнюдь она не такая суровая, холодная. Я думаю, что растопила сердца болельщиков, но ошибок было достаточно. Не выставили еще оценку Елизавете из Латвии. Даже интересно, тоже получит эта гимнастка. Но вот здесь вот был момент второй потери, когда лента осталась лежать на линии. Если предмет остается на линии, то засчитывается в пользу спортсмена, то есть сбавки за выход за ковер не будет. Ну и вот оценка Елизаветы полстеной.